хорошая игра, ничего не произошло. Не хочется повторяться, но как бы не было, нас обыгрывать иногда не надо. Мы там на ровном месте можем такие ошибки совершить, после которых получаем голы с ворот. Да, что-то получилось, что-то не получилось, но в целом, в общем-то, ну, я так скажу, безразличных в команде нет, и то, что мы как бы не было, игра хорошая, хороший соперник. А так, в целом, ну, даже проигрывая 0-2, в общем-то, забили гол, такая, я так скажу. Ну, нужно было и туда переводить, конечно, шайбу, нужно было вытаскивать игру. Ну, что ж делать, допустили ошибку, пропустили третий гол. Ну, как бы не было, команда боролась до конца и боролась, в общем-то, игру вытащить. А так, что-то получилось, что-то не получилось. И готовимся к следующей игре. Пеплом голову никто не посыпает. Для нас каждая игра – это приобретение именно нашего уровня, повышение нашего уровня мастерства. И, дай Бог, приобретение уверенности в наших собственных силах.